В 2016 году органам прокуратуры удалось добиться снижения тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом говорили на расширенном заседании коллегии прокуратуры Якутии. Также удалось избежать неэффективного использования более чем 50 миллиардов бюджетных средств. Но вместе с тем в республике участились случаи мобильного мошенничества. Число таких видов преступлений в прошлом году сотрудники прокуратуры зарегистрировали более 12 тысяч. А их раскрываемость пока остается на низком уровне. Прокурор остался недоволен работой по снижению повторной преступности в некоторых районах. Несколько снизилась преступность среди несовершеннолетних. Снизились факты самоубийств несовершеннолетних и преступления в отношении детей. В то же время прокуроры Алданского, Ангинского, Верхоярских районов не обеспечили должную координацию правоохранительных органов и надзор в сфере профилактики повторной преступности. Злоупотребление алкоголем явилось одной из основных причин совершения подростками резонансных убийств в Кобяйском и Верхоянском районах. Необходимо решительно пресекать бездействие органов опеки, попечительства, профилактики, а также правоохранительных органов.